Сегодня будем замерять самца и самку и их взвешивать. Они сейчас у нас худеют, это будет отдельное видео, если все получится нормально. Покажем, как быстро они худели в течение года, немножечко растолстели. Сейчас будем их замерять и взвешивать. Недавно приходил специалист Василий Дядечка к нам, снимали с ним отдельное видео о том, как проверять пол змеи, то есть самец или самка. Вот, и он решил замерить тему мужского пола, сказал, что достаточно крупный экземпляр. Полез в интернет, вот я, посмотреть. Говорят, что эти змеи вырастают на Википедии до 2 метров, имеется в виду с хвостом, скорее всего. Как мерится змея? От анального отверстия, там, от клаки, до головы, то есть вместе с головой, и отдельно мерится хвост. Ну и вся целиком змея. Отдельно тоже есть такой параметр. Сейчас померим самца от клоаки до головы, ну и от клоаки до конца хвоста. А потом выясним общий размер. Опять же, в Википедии написано до 2 метров. Ну и отдельно есть сведения уже от специалистов, что самые крупные змеи, без хвоста если замерять, то вырастают до 170-180 сантиметров. Так, достаем наших амурцев. Единственное, что змея голодная, я говорю, мы их сейчас худеем, условно говоря, держим их на этом самом, на диете. Поэтому она может кинуться. Надо ей немножечко напомнить, что это я пришел за тобой просто, а не кормить. Вот. Вот башка, 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 башка. Ладно. Оп, все нормально. Все свои, все. Понял, что уже его не кормят. Вот он, наш мальчик. Вот такая вот змеюка. Смотрите на эту морду. О, она же бьет, и ничего не будет. Ладно, сейчас ему будет не нравиться, сейчас его будем растягивать. Тихо, тихо, тихо. Так, начинаем. Вот. Итого ищем у него... Он стык заворачивает хвостик, боится. Сейчас найдем у него анальное отверстие. Вот здесь вот клоаку давайте вашу. Вот. Видим, тут идет один ряд щитков, а тут они делятся два. Вот, вот отсюда надо мерить. Так, ну, сейчас. Их. Давай, башка. Давай, давай, давай. Так, кладем на нолик. Вот. Эх, отгад. Убери свой хвост. Убери свой хвост. Давай, вытягивайся, вытягивайся. Ну, змея, давай. Все, 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 мери, мери туда. Давай, держу, сейчас ждем, когда гармошка распрямится. Не получается. Еще ждем. Сильная змея очень. Сейчас, сейчас пускай слабится немножко еще разок. Нет, не дается. Не дается ни в какую. Сейчас еще будем. Может, я подержу? Не, Ашка, что подержишь? Сейчас. Пускай немножечко устанет. Во, вот, вот если бы тебя вот так вот вытянуть. Сейчас, минуточку, еще раз хвостик, где наш. Чтобы все четко. Как в банке. Только не в украинском. В швейцарском. Давай, змея, ну, вытягивайся. Вытягивайся. Во-во-во. Все. Смотри. Ну же, давай, давай, давай еще. Вот, видно. 159. 159 получилось. Сейчас попробуем еще разок. Так. Еще разок. Перемерим его. Опять. Наверное, расстояние покажи мне с ним, чтобы было понятно, какая длина. Вот так вот. Во мне 1,94 м примерно. Так, ну хорошо, пробуем еще разок. Давай, замеряем. О, уже пошла какая-то жидкость у него там. Во-во, давай, давай, мерим, мерим, мерим. Да, 160 где-то, 159-160. Все, сейчас еще отдельно его взвесим. Взвешиваем каждый месяц. Сейчас достану весы и взвесим. Так, взвешиваем. Пока. Тару. Взвешиваем тару. Обнуляем ее. И кладем сюда змею.
Давай, а то сейчас весы. Змея, видим, спокойно, не кусает. Ну, как спокойно, беспокойная, но не кусает ничего. И теперь вот так. Нужно вот отсюда примерить. Сейчас немножечко змея подергается тут. 1480 грамм. Ну, оно меняется, потому что она двигается. Давай я немножко смещу вот так вот, для более точного результата. 1484. Вот. Так, его замерили. Ну, 1485 пускай. Примерно так. Так, забыл замерить длину хвоста отдельно. Сейчас замерим. Давай, змеюка. Лазим. О, змеюку вылазим. Змеюка вылезла. Тихо, тихо, тихо. Хоп. Так, опять же, берем его хвостик. С хвостом попроще немножко. Вот. От этой точки вот сюда. Сейчас. 30 сантиметров получается. Вот. Вот покажи. Клака у него. Вот раз. И вот край кончик. Сейчас сними хвоста. Самый кончик. Вот, да. 30 сантиметров. Вот. Итого мы имеем сколько? 159,30. 189 сантиметров. То есть крупный экземпляр. В среднем они вырастают. Ну, если без хвоста, то 130-140 сантиметров. У нас он 159 без хвоста. Сейчас будем то же самое делать с самкой. Так, запускаем самца беспокойного нашего. А самочка даже не знает, что ее ждет. Сейчас меня цапнет. Сейчас она подумает, что я ее кормить пришел. Тихо. Давай сюда. Все, поняла, что тебя не кормить пришли. Поехали. О, что? Что происходит? Мы идем тебя мерить. Но она, конечно, поизящнее будет. Намного поизящнее. Вообще, у амурцев обычно, как правило, самки мельче самцов. Ну, здоровые самки. Здоровых самцов. Ну, хорошо, попробуем сейчас замерить ее. Начинаем. Начинаем и заканчиваем. О! Тихо. Так, вот у нас клака. Вот. И теперь. Ладно. Сейчас, наверное, со стороны поснимай. А, я скажу, куда подойти. Вблизи. Сейчас она выпрямится немножко. Давай. На стыках сворачивается. Оп. Давай. Так, прикладываем, смотрим. Тихо, шипит. Давай. Сейчас можно будет ближе снимать. Сейчас еще разок. Во. Не. Сейчас вытягивайся. Ну же. Ну вытяни же. Вот. Давай. Ближе. Не вытянулась. Эх, давай, ждем еще. Ну что ж, повиси немножко, расслабься. Разок. Сейчас готовься. Я жду, когда вытянется. Ну, вытянись ты. Ну, расслабься. Давай. Ну, давай, гармошка. Во. Блин. Не вытягивай. Эх. Нет, немножечко не растет. Ну, где-то 144, да, там вроде бы. 145. О, вытянулась. Сколько там? 146. 147 даже. 147. Хорошо. И отдельно хвостик. Так, где у нас тут клака? 147. И хвостик у нас будет 29. Обнуляем тару. Тун. Запускаем змею. Примерно центр масс был здесь. Вот. Давай немножко еще. 905 грамм.
меньше килограмма. Замечательно худеет. Очень много сбросила, кстати, когда яйца снесла. Вот. Так что 905 грамм. Масса нашей самки. Хорошо. Запускаем обратно ее. Поехали. Давай домой. Вот как красивая змея. Именно от этих змей у нас потомство, которое сейчас выставлено на продажу, поэтому если необходимо завести вот такого вот красавца, обращайтесь. Тють. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч. Пока-пока.